Сотрудники полиции совместно со студентами Тарасского регионального университета имени Мухаммед Хайдар Дулати, молодежным ресурсным центром отдела внутренней политики акимата города Тараз и волонтерами провели акцию по удалению граффити надписей под девизом «Будущее без наркотиков». Цель акции – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, усиление мира в борьбе с наркоманией. В мероприятии приняли участие более 700 человек. В ходе акции студентам рассказали о вреде и пагубных последствиях употребления наркотических и синтетических наркотиков. Полицейские призвали присутствующих не оставаться в стороне от всеобщей проблемы, исходящей от распространения наркотиков, в том числе синтетических, являющихся угрозой для здоровья нации и будущего поколения. Затем были проведены показательные выступления кинологической службы и учебно-тренировочного взвода Департамента полиции Жамбылской области. Немаловажной частью мероприятия было удаление граффити, надписей с рекламы наркотиков с фасадов зданий и заборов, ведь каждое закрашенное граффити или QR-код может спасти чью-то жизнь. Стоит отметить, что подобные акции проводятся в Жамбылской области на постоянной основе. Нанесение наркограффити является преступлением, за которое предусмотрено лишение свободы от 3 до 6 лет.